О ситуации в зоне безопасности и возможной эскалации напряженности говорили накануне и в МИДе. В Тирасполь с визитом прибыл Клаус Нойкерх. Виталий Игнатьев рассказал главе миссии ОБСЕ, Кишинев озвучивает угрозы. Министр иностранных дел предостерег Молдову от недальновидных поступков и отметил, любые попытки дестабилизировать обстановку могут усугубить и без того сложные отношения сторон. Сейчас официальный Кишинев уходит в международную изоляцию и идет против всех. До сих пор не подписан итоговый протокол встречи в формате 5+2, которая состоялась в Братиславе. При этом посредники и наблюдатели текст документа согласовали. Кроме того, Молдова отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности. Обещания Игоря Дадона закрыть политически мотивированные уголовные дела, завершить телефонную войну по-прежнему остаются лишь словами. На деле тишина. Кишинев продолжает создавать новые проблемы. На встрече с главой миссии ОБСЕ Виталий Игнатьев напомнил о ситуации в банковской сфере. Нашим предприятиям в Молдове попросту блокируют счета. Сейчас переговоры с подачей Кишинева зашли в тупик, говорят дипломаты. Соседи забыли о взятых на себя обязательствах, но Тирасполь ждет и готов к конструктивному диалогу.